первая серия Жора Бжорыча. То есть когда позавтракать не успел и есть немного времени перед работой, можно зайти взять кофеек, найти какой-нибудь тихий парк и чем-нибудь перекусить. Чем-нибудь в нашем случае будет вот такая печенька. Эту печеньку любят и взрослые дети. Здесь 3 брикета по 4 печеньки. Печенька с изюмом. Общая калорийность завтрака 270 килокалорий. 264, по-моему. Вот. Поэтому как бы печенье хорошее, галетное, кофеек без сахара. Можно замечательно позавтракать. Обычно в городе не успеваешь. Здесь вот такая печенюха с изюмкой. Ну то есть изюмки как бы хорошо, но маловато. Аналогичное печенье в Украине было и вкуснее, и изюма было побольше. Также были еще с шоколадом и другими добавлениями. Но, тем не менее, этого хватит даже для того, чтобы наесться. Оно в меру сладкое, поэтому, как по мне, так не нужно покупать отдельно сахар в кофе. Вот такой вот перекус, завтрак в походных условиях в городе. Будут также и другие выпуски по поводу других снеков, другого перекуса. То, что можно съесть на бегу, то, что можно длительное время хранить в сумке. Поэтому как-то так. Всем пока, подписываемся на канал, оставляем свои комментарии.